Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью данного испытания. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок эмали и самих зубов. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. В целях соблюдения безопасности и проведения утвержденных программой опытов просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности.
ради вашей собственной безопасности просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. От ряда предметов может зависеть успех проведения опыта. Не уничтожайте лабораторное оборудование. Удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Номер 4. Вы делаете успехи. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично! В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Thank you.
Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность. Может вами гордиться. Требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лесами, чтобы достичь изоляционной камеры. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. К сожалению, сообщаем, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение.
экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. Экспериментальный центр вновь приносит вам свои искренние извинения за непроходимое испытание. Поразительно! Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Еще раз повторяю предупреждение. Для успешного кинетической. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Thank you.
теперь способна единовременно создавать по два связанных между собой портала. Руководствуясь функциональным пунктом протокола тестирования, мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей в городе. Thank you.